Винсент, какого черта? Что это за хрень? Я шмальнул Марвину прямо в морду. Какого хрена? Да я не специально. Блин, я всякое говно повидал, ну такое. Да ты успокойся, я же сказал не специально. Может, выбоенная какая или что? Посмотри, какой срач устроил, надо убирать тачку. Да ты успокойся, я вообще-то подарил тебе автомобильные коврики от компании Довкар. Более 500 цветовых решений. Оригинальные крепления впитывают в себя до 1,5 килограмма всякой пыли, грязи и жидкости. А на красном вообще ничего не будет видно. Вытряхнем и все. Если тебе не нравится, могу их вернуть, так-то месяц еще не закончился. Да все, все нормальные коврики. Спасибо бы лучше сказал. Спасибо. Ссылка в описании, по промокоду ГВОЗДИ будет хорошая скидка. Просто несчастный случай. Просто несчастный случай. Все, успокойся. Привет, а ты чё пришел? У тебя же завтра смена. А слушай, мимо иду, думаю, а чё не зайти друга своего лучшего не попроведать, а? А то столько лет вместе, так сказать, за одним столом, а я даже имени твоего не знаю. Вениамин. Это как с древнегреческого? Милосердный? Да я даже не знаю. Да точно милосердный. Чё, подменишь меня завтра? Нет, завтра вообще никак. А чё, вообще как дела? Как сам футбол смотрел? Жена не болеет? А чё, как сынок твой маленький поживает? А, наверное, большой уже стал. Сколько ему? 34. Ничего себе. А доченька чё, замуж уже вышла? Ну да. А ты? Че? Выйдешь завтра за меня, а? Нет. Чтобы я еще раз к тебе обратился, да никогда! Лаврентич, ну выручай, а! Алло? Алло, Лаврентич! Ну ты извини, я тебе там наговорил всякого, дружище. А штампер завтра занят. Дорожки буду песком посыпать. Он же у меня из задницы сыплется. Я же говорю, не могу я завтра. Да я не поэтому. А чё? Горе у меня. Чё такое? Тёща скончалась. А ты чё? Мои соболезнования. Спасибо. А когда? 3 года назад. А похороны, так понимаю, завтра? Прикинь. Нет! Алло? Здравствуйте. Это социальный опрос. Есть несколько минут? Да. Вы работаете? Да. Вас устраивает место вашей работы? Да. Вы хотели бы получать больше? Да. Устроить доплаты в 500 рублей? Да. Подмените тогда Олега Николаевича завтра. Нет. Лаврентич! 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 Ну чё ты орёшь? Лаврентич, выходи! Ладно, сейчас выйду. Не, сейчас не надо. Завтра на смену за меня, а? Отстань! Ты как сюда попал? Твоя благоверная пустила? Виолетта Жасминова прекрасная женщина. С ней проще, между прочим, договориться, чем с тобой. Да достал ты уже! Можешь завтра меня подменить, а? Ладно, ладно. Только отвяжись от меня уже. Спасибо. А ты что здесь? Я сегодня за тебя. А, да там, слушай, там не надо. Там рыбалка сорвалась. Ты чё, сука?